Всем привет! Представляю анонс и дату выхода 63-й серии турецкого сериала «Три сестры». Ранее мы увидели Сомера с отцом, которые приехали в больницу после того, как узнали, что случилось с Рючхан. Сомер подбегает к Мустафе и требует, чтобы тот рассказал ему, где сейчас его мать. Озер также выжидающе смотрит на парня. Мустафа поворачивает голову к табличкам. На одной из них написано «Морг». Мине дает Тюркан совет. Она говорит девушке, что на ее месте сбежала бы вместе с ребенком, пока Рючхан находится в больнице. Девушка крайне тяжело переживает то, что она сделала. Она понимает, что Мине права, и ей действительно стоит так поступить, если она хочет быть с ребенком. Когда Тюркан видит в коридоре портрет Рючхан, на нее попадает осознание ситуации. Она в ужасе от того, что натворила. Сомер приезжает к Карталу и почти с порога нападает на него. Он совсем не сдерживает себя, хватает того за грудки и кричит ему в лицо, что это он довел его мать до такого состояния. Картал отталкивает его. Он совсем не понимает, почему в случившемся решили обвинить именно его. Он называет Сомера бедой на свою голову. Садык говорит Мюжган, что он очень зол на Сомера и хочет встретиться с ним. Но женщина говорит, что сейчас такие дни, в которые просто никак не избежать встреч. Картал рассматривает обручальные кольца, которые достал из шкатулки. Он встречается с Тюркан. Мужчина интересуется у девушки, знала ли она, что будет, если Рючхан умрет. Картал говорит, что максимум, что будет, что она испытает угрызение совести. Но вот если женщина выживет, тогда уже жизнь девушки не сможет быть такой беззаботной. Рядом больше не будет Сомера, ради которого Тюркан готова на все, даже отдать свою жизнь. Не будет дочери, которой она подарила жизнь и которую вырастила. От этих слов на глазах Тюркан наворачиваются слезы. В больнице она встречается с Сомером. Из палаты вывозят тело, накрытое простыней. Сомер решает, что это его мать, и срывается с места, чтобы убедиться в этом. Премьера 63-й серии турецкого сериала «Три сестры» состоится 21 ноября. Следите за анонсами ваших любимых турецких сериалов вместе с нами. Подпишитесь на наш канал и не забывайте ставить лайки.